Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Призрак, ходящий по коридорам. О, что ты делаешь? Я поняла, ты сидишь в мягких игрушках, да? И мы опять были молодцы! Вы не шумели, да? Умнички, молодцы. Доброе утро! Ку-ку. Тёма, как тебе жена-блогер, которая с третьего раза только осилила подключить звук к камере? Это я молодец? Кокаин! Я молодец. Это кокаин папа взевает. Что? Папа как олень взевает. Как кто? Олень! Что происходит? Кто поломался? У него были холодные ручки, я его обняла. Откроем окошки. Это что, у тебя еще один влог? Влог воскресенье? Воскресный влог. Зачем ты топишь хлеб в каше? А у Вани, кстати, сегодня на завтрак авокадо с курицей. Видите, камера в руках профессионала. Сразу нормальный цвет, свет и звук. Какой у нас красивый телевизор я сделал вообще. И елка красивая. Она не будет кадра ни мамы, ни готовила. Так, а ну всем тихо кушать. Давай много приколов про то, что на таблетке. Дицемен. Что вы едите и расскажите, для чего это? Так лысею жестко. Вот я вот сейчас, последние полгода, я очень жестко лысею. Я к тому, что, видать, уже все началось. Что... Все началось? Да, все началось. Там витамин D еще надо достать. Забыли. Реально, у меня уже все началось, а у тебя? У меня нет, у меня все хорошо. Значит так, цинк для кожи и для иммунитета, гинкго билоба для работы мозгов, раз у тебя все началось. И мультивитамины. О, витамин D. Вы можете стать здоровым и красивым. А ты знаешь, что дефицит витамина D есть у всех, даже у жителей теплых стран? У меня дефицит... Покоя. Теплых стран. Где-то через 5 минут у нас уже начинается онлайн-собрание церкви. Сейчас у нас все еще собрание проходит в онлайн, в интернете, через интернет, а не на вживую. Потому что у нас церковь большая и супер ответственная. Поэтому даже когда многие другие собрания, какие-то организации проводят свои офлайновые мероприятия, мы все-таки решили дождаться самого безопасного времени и только тогда уже собираться в офлайне. А пока... Будем смотреть по телеку церковь, как делаем уже последних почти год. Павел находится в заключении в тюрьме. У него очень сложное и неблагоприятное обстоятельство. Но он видит в этих обстоятельствах возможность. И это возможность прославить своего Спасителя. И тут... Тоже лежал ровно, перевернулся. Тёма, ты только встал недавно. У нас закончилось служение, и у меня на сегодня еще очень много планов. Вечером у нас гости, у меня половина еды уже приготовлена, но я попозже буду заканчивать готовку. А сейчас у меня есть прекрасная возможность, я очень давно хотела разобрать детские игрушки и как бы прорядить, скажем так, залежи. Итак, я люблю игрушки складывать по видом, скажем так, кукла отдельно, машинки отдельно, конструктор отдельно и так далее. Повсеместно нахожу просто детали от игрушек Никитиных, которые, я так понимаю, он либо снимал сам, либо оно падало и отламывалось. Мне грустно становится, когда дети
небережно, скажем так, относится к игрушкам. Я знаю, что случается всякое, то есть про случайности никто не говорит. Я говорю именно о безответственном отношении к игрушкам, потому что они же, если сломают, то потом скажут: «Мама, у меня сломалось». Само сломалось. Купи, пожалуйста, новое. Вот. То есть я только из этих соображений прошу бережно относиться к вещам. Не плачь! Вот этот пакет отдать. Вот. Это коробка мусора. У куклы лучшее спальное место, чем у меня, Катя. 100%. Целый шкаф с игрушками, Катя. Не целый шкаф с игрушками. У меня просто были три игрушки и две прибиты к полу. Но если у тебя было тяжелое детство, я даже не знаю, что у наших детей должно быть такое же. Мне пришла посылка с iHerb. Сейчас покажу, что я обычно заказываю. Рыбий жир. Это масло, кокосовое масло, конечно, у Вани вся диета это масло. И цитрат калия, это мультивитамины Ванины, витамины мужские, плюс стресс-поддержка. Витамин D, доза 10 тысяч единиц, 5 тысяч единиц, и витамин D в дозе 1000, его я заказала случайно, потому что промахнулась с одним нулем, думала, что это будет 10 тысяч, а оказалось это 1000. Очень-очень вкусно. Папа, работай на камеру. Мумификация, цыреводный огурец, мумиферец. Я пришла тебе мешать. А ты куда-то уходила? У меня не было 3 минуты. Значит, я тот человек, который ходит в магазин по 5 раз. Ровно вчера нам привезли доставку продуктов. И я обнаружила, что я забыла картошку и майонез. Поэтому сегодня прусь в магазин. Зачем было платить за доставку, чтобы потом идти в магазин? Не знаю. Я специально заказываю онлайн, чтобы за несколько дней, в несколько заходов, заказать все и ничего не забыть. Но что-то пошло не так. У Вани случилась авария, и пришлось купаться, да, Иван? Зато теперь ты пахнешь маршмеллоу. Там спит Вика. А тут оказалось, что тоже тихий час. Вообще сегодня должен был быть очень активный и насыщенный день, а оказался какой-то сонный, спокойный и очень тихий. А, Никита, что ты делаешь? Я собираю головоломку, которую собрать невозможно. Ну подожди, она же была собрана. Да, которую собрала старшеклассники, а я вообще в первом классе. Я так, а чего ты тогда к ней полез? Думал, что смогу. В общем, пока Никита там страдает со своей головоломкой, я пока приготовлю Ване обед, а потом буду готовить то, что нужно приготовить на вечер, потому что у нас, напоминаю, будут гости. Заготовка мяса с ананасами и сыром готова, и перед тем, как ставить в духовку, я посыпаю тертым сыром. Не заранее, потому что он просто подсохнет. Это рис и курочка. Этот суп Ваня очень любит и всегда ест с огромным удовольствием ложкой. Происходит? Я рисую. Что рисуешь? Психодел какой-то. У нее 3 глаза и рожки. А можно что-то перекусить? Нет, нельзя. А что можно перекусить? А что есть покушать? А можно что-то перекусить? А мандаринку можно? А яблочко можно? А печенька можно? А пахлаву можно? А нутеллу можно? А что можно перекусить? Я очень голодная, я очень хочу кушать. А хорошо, что про меня не снимаешь.
Что есть перекусить? А можно что покушать? Интернет пропал. Интернет нельзя перекусить? Может, что-то перекусил кабель? Что теперь делать вообще в жизни? Тебе принесли перекусить? Это примерно то количество слова «перекусить», которое я слышу за один день. А можешь еще много начить или принести в тарелочку? Раз перекусить, два перекусить. Перекус. Три перекусить. Только Ваня не просит перекусить, потому что он ненавидит еду. Ему поговорят со мной за время. Наблюдаем за тем, как одевается Никита. Мне интересно, когда же он поймет, что он что-то не то делает? Не пойму. Я не хочу. Мне прям интересно, на каком этапе ты поймешь. Ну-ну. Дошло. Посмотри на маму. Так обычно Никита идет на улицу. Просто ходячая катастрофа. Есть шапка готова. А что еще ты забыл, Никита? Перчатки. А еще? Шоколад. А, уже это есть. Главное, куртку натянул, да, Никита? Ничего, Никита, со временем научишься, ничего страшного. Я не успею. Все проходят через процесс обучения, думания. Ничего страшного. Не все. Ну, как это не все? А, ну да, не все. Кто-то не хочет проходить через процесс обучения и все время делать одни и те же ошибки, да, Никит? Не все. Я справился. Нет, я не справился. Обычно нет. Почти ты справился. Будем считать, что справился. До побачення. Нет, три. Ванечка, как у тебя дела, зайка? Расскажи. Братик и сестрички ушли на улицу. Ты чилишь дома, да? Давай помогать убирать нам. А еще сейчас 4:30, и я только поняла, что я за сегодня еще ничего не ела. И вот на столе стоит мой первый кофе за весь день, и он уже наполовину остыл. Дима, мы договаривались с тобой. Что должен сказать? Ты должен закончить наш видеоблог. У тебя красивый объектив. И красивый я. Красивый. А скажи плинтус, как ты говорил. Плинтус? Нет. И что? Плинтус и что? А? Подсветствие. Давай, я тебя учу стать видеоблогером. Подписывайтесь, ставьте лайк. Колокольчики. Дзынькай колокольчик, ставь лайк. Ой, нет, это было ужасно просто. Слушай, а это что такое? Это приятный